Да, это миф, девочки, это не про это. Просто мечты начинают сбываться же не потому, что вы депривируете сон, либо убираете еду. Они почему начинают сбываться? Потому что когда вы убираете еду, ваше тело, ваше я начинает быть нацелено на себя. Оно перестает выводить, оно перестает чиститься от еды, и оно нацелено на себя, и вы начинаете видеть то, что вам хочется, вы начинаете видеть свои истинные желания. А когда вы отключаете еще и сон, когда вы становитесь вообще как окаленный нерв, когда вы начинаете видеть в первую очередь только себя, и это не свойственное для вас состояние, когда вы начинаете знать, что вам хочется, не то, что навязал социум, не то, что показать родителям, доказать еще кому-то, а истинно я, и когда мы поворачиваемся, это я назвала поворачиваться к своей душе, и когда мы поворачиваемся к своей душе, наши истинные желания, которые для нас, они сбываются моментально, Да. только лишь и всего, потому что все остальное у нас, что не сбывается, это не наши желания, это навязки общества, навязки социума, потому что так надо, потому что так положено, потому что так удобно и так далее и тому подобное. Именно поэтому нам кажется, что ой, без сна и без еды сразу же моментально все сбывается. Нет, просто вы к себе поворачиваетесь, а ваше всегда сбывается. Вот и все.